Уважаемые водолеи, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга, и сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 4 по 10 октября. Включительно, что ждет вас в этот период? Информация общего характера, расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. События этой недели я рассматриваю в общем: работа, карьера, ваши финансы, ваши взаимоотношения с другими людьми во внешнем мире. Также рассмотрим и вашу личную жизнь, и для тех, кто в паре, и для тех, кто продолжает оставаться в свободном поиске. Посмотрим, чем для вас эта неделя завершится, и постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайших несколько недель для того, чтобы вы понимали, в чем вы могли бы допустить ошибку. Или о чем вам нужно знать заранее, чтобы вы этой ошибки не допустили. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Вы на него получите ответ «да» или «нет» в конце чтения основного вашего расклада. Та карта, которую я достану в произвольном порядке, и будет отвечать на загаданный вами вопрос. Подумайте о своем желании. Вопрос должен быть всего лишь один. Также на столе есть еще одна дополнительная колода. Это оракул Ленорман, которой я также буду пользоваться для дополнений. Сегодня я работаю на Таро Ленорман. Это совмещенная система. Здесь присутствует также и цыганский оракул. Поэтому это Таро совмещает в себе сразу три предсказательных системы. Несмотря на то, что расклад общий, многие из вас могут для себя найти важную и полезную информацию, если досмотрите это видео до конца. Итак, ваша первая карта на начало этого периода. Уважаемые водолеи, все карты вашего расклада перед вами. Обращаю внимание на то, что расклад начинается с замечательной светлой карты. Это старший аркан звезды. А это говорит о том, что многие из вас в начало этого периода входят с прекрасным настроением. Вы полны сил, энергии, у вас масса планов, задач. Но эта карта показывает не только планирование, но и ваши собственные возможности. Умение пользоваться своей светлой головой, своими знаниями и применять их в жизнь. Великолепная карта для любого рода образования, самопознания и развития. Возможно, кто-то из вас увлекается астрологией, психологией, кому-то интересна история. И для многих вы можете являться прекрасным собеседником. По этой карте у вас множество связей, контактов, знакомств. Это все то, что также дает вам определенные бонусы и преимущества. То есть с помощью других людей вы способны решить многие вопросы. Также те контакты и связи, которые будут завязываться в этом периоде, могут пригодиться вам в будущем. Многих из вас эта карта показывает как людей очень творческих, и самое важное, что свою энергию вы точно знаете, куда направить. У вас у многих есть четкий план последующих действий на всю эту неделю, и не только. На центральные события этого периода выпала также практичная материальная карта – это рыцарь монет. Великолепна карта как для женщин, так и для мужчин, но для мужчин она особенно хороша. Почему? Потому что она может показывать вашу практичность, деловую хватку, ваше умение договариваться и зарабатывать. Но эта карта предполагает то, что как женщинам, так и мужчинам в этом периоде могут поступать интересные рабочие предложения от мужского лица, в которых вам может отдаваться ведущая или основная роль, когда вы отвечаете за определенные важные процессы. То есть вы можете чем-то даже руководить. Для многих из вас эта карта может предполагать любого рода рабочие командировки, дороги, встречи, сделки, переговоры, которые также могут быть успешными. Женщинам в делах в чем-то может помогать мужчина, либо мужчина способствует вашему развитию. Перейдем к нашим семейным парам. Для семейных пар выпала карта шестерки чаш и карта четверки монет. В доме очень много хлопот, суеты, в особенности у тех, у кого есть дети или внуки. Возможно, вы сами, неважно в каком вы возрасте, пытаетесь чему-то научиться, у вас есть определенные хобби или увлечения. И эта карта предполагает любые хлопоты, связанные с вашим интересом.
У тех, у кого есть дети или внуки, карты предполагают то, что вашим детям нужна помощь. Если говорить о вашей второй половинке, он или она делает все для того, чтобы укрепить семью, отложить немножечко денег для того, чтобы был денежный резерв и чтобы вы ни в чем не нуждались. Так думает ваш партнер, а вы думаете о том, что вам эти деньги нужны здесь и сейчас, и вы готовы их тратить. Несмотря на все это, я вижу, что вы вместе, я вижу, что в паре есть чувства, многих из вас объединят и совместные праздники. Возможно, к вам может прийти кто-то в гости в этом периоде из ближайшей родни или даже старых друзей. Но все-таки карты хорошие, они могут предполагать то, что вы предаетесь определенным воспоминаниям, ностальгии по прошлому. Может быть, вспоминаете кого-то из старшего поколения, и все это может обсуждаться. Несмотря на то, что из-за денег вы переживаете, на текущие расходы их в этом периоде вполне хватает. Если говорить о наших свободных водолеях, для вас выпала карта семерки чаш, карта пажа чаш и карта восьмерки жезлов. В общем-то, три неплохие карты, но семерка чаш предполагает то, что в чем-то вы либо переоцениваете свои возможности, либо недооцениваете возможности других людей. Очень много амбиций. Кто-то вас может считать излишне заносчивыми и высокомерными, но я вижу, что это далеко не так. Вы люди очень творческие, и ваша неординарность кому-то может показаться вот этой самой заносчивостью. Но определенно у вас есть друг или подруга, человек, который в течение всего этого периода будет с вами тесно общаться, в чем-то вас поддерживать, в чем-то вами восхищаться. Для наших одиноких обе вот эти карты предполагают знакомство, встречи, свидания, романтику. Семерка чаш может предполагать то, что вам нравятся разные партнеры, и вам пока тяжело определиться, но и не нужно спешить, потому что по восьмерке жезлов это всегда выбор. Даже если вы с кем-то на расстоянии, а эта карта может предполагать большие расстояния, возможно, ваш друг или подруга за границей, и по этой карте вы рассматриваете не один вариант, выбор у вас 100% будет. Для тех, кто встречается уже в этом периоде, будут ухаживания. Конечно, вам хочется, чтобы вами восхищались. Вы готовы вкладывать деньги в себя, в свою внешность. Для вас важно хорошо выглядеть. Многих из вас эти карты показывают как людей очень любознательных, пытливых. Благодаря огромному общению вы действительно будете развиваться, а кого-то напрямую ждут дороги. И если говорить о делах, о работе, для кого-то это скорость в делах и в работе. Теперь перейдем к центральной карте вашего расклада. Эта карта рассказывает о кармических моментах, которые вы проживаете, и о основных моментах, связанных с делами и с работой. Здесь мы видим карту пажа мечей. Эта карта говорит о том, что из-за чего-то вы излишне нервничаете, излишне суетитесь. Возможно, на сегодняшний день в чем-то у вас не хватает важной информации, опыта или знаний, и эти знания или вот эту определенную информацию вам предстоит искать. Эта карта может показывать небольшие недоразумения, небольшие стычки характеров или интересов, как в рабочей деловой сфере, так и с кем-то во внешнем мире, потому что на внешний мир для вас выпала карта семерки посохов, карта борьбы и конкуренции. А это говорит о том, что у вас есть враги, могут быть завистники или кто-то действительно с вами конкурирует. У тех, у кого есть дети, очень много будет хлопот и переживаний, связанных с вашими детьми. Возможно, у них есть проблемы с образованием, либо у ваших детей может быть не совсем благоприятное окружение, и на все это нужно обратить внимание, если дети маленькие или подростки. Для кого-то эта карта может показывать человека прямого врага или чью-то слежку за вами, как будто бы кто-то постоянно за вами наблюдает. Но и вы, возможно, также в чем-то пытаетесь за кем-то проследить. Ну, давайте возьмем дополнительную карту для тех, у кого все-таки есть основная занятость. Может быть, появится больше ясности. И мы видим карту рыцаря посохов. Если говорить о мужчинах, то карта очень продуктивная.
есть возможности, будут заработки. Эта карта предполагает любые переговоры, встречи, командировки. Любой даже конфликтный или неприятный вопрос для вас разрешится благополучно. Вы хорошие тактики, и вы умеете отстаивать свои амбиции. Если говорить о женщинах, вы также, может быть, из-за чего-то в делах нервничаете, или вас кто-то в работе может напрягать в ближайшем окружении, но в чем-то вам будет помогать мужское лицо. И давайте возьмем карту для тех, кто в поиске работы. Это карта пятерки посохов. Карта предполагает любого рода конкуренцию. Возможно, на то место, на которое вы хотели бы попасть, большая конкурентная борьба. Или эта карта может говорить о том, что в тот период, когда вы работу ищете, в вашей жизни есть определенные склоки, скандалы, провокации. Вас могут обвинять в чем-то, в том, в чем вы вообще не виноваты. Возможно, кто-то пытается что-то решать за счет вас, и кому-то важно, чтобы вы работали. Вас могут обвинять во всех грехах, и такое чувство, что вы даже не защищаетесь. Поэтому по этой карте работу найти сложно. Как подсказка, карта пажа мечей может говорить о том, что вам действительно нужно чему-то подучиться, либо у вас пока недостаток информации по поводу работы. Продолжайте искать. То, что касается ваших основных денег, возможных долгов или кредитов, вложений, в этот дом выпала карта короля мечей. Если говорить о мужчинах, эта карта показывает вас собственной персоной и четкое планирование в финансах. И это то, что приводит вас к финансовому успеху, несмотря на то, что из-за чего-то вы все-таки и нервничаете, и переживаете. У тех, у кого есть долги или кредиты, а эта карта предполагает то, что еще в недавнем прошлом, у кого-то и сейчас могут быть сложности, все то, что проходит через казенные дома, но это все будет решаться благодаря вашему уму и умению спланировать ситуацию. Если говорить о женщинах, то в делах, связанных с деньгами, что-то может зависеть от мужчины. Для кого-то эта карта может показывать человека официальное лицо, с помощью которого вы оформляете определенные бумаги, документы, которые требуют финансовых вложений. И если говорить о мужчинах, то, возможно, вы еще рассматриваете дополнительные источники доходов. И для вас это тоже вполне возможно, но на вашем пути стоят другие люди. Кто-то создает вам помехи. Видите, две подряд выпали карты мечей, провокации и выяснений отношений. По семерке посохов многие из вас смогут отстоять в чем-то свои убеждения. Вы на голову выше тех людей, которые идут к вам с претензиями, но все-таки это нервы. И давайте посмотрим, что ждет вас примерно в ближайшие две недели, о чем вам нужно знать уже сейчас. И мы видим карту шестерки монет, 5 монет и карту старшего аркана императора. В общем-то, благоприятные карты для работы, для бизнеса, для вложений, для сотрудничества с другими людьми. Карты больше показывают деловую сферу, вашу способность и умение вести дела, ваше огромное трудолюбие и усердие, которое щедро будет вознаграждено. Я вижу, что многие из вас будут иметь вполне надежные доходы, финансы. Вам могут предстоять любого рода сделки, но такое чувство, что вы отдаете больше, чем получаете или чем зарабатываете. Но именно в этой колоде карта пятерки монет говорит о том, что вам в чем-то необыкновенно повезет. Многие из вас, несмотря на то, что способны зарабатывать, у вас идут какие-то бесконечные расходы, бесконечные траты. И все-таки вам тяжело, но эта карта предвещает то, что вы сможете выкрутиться. Для женщин в помощь идет мужчина. Для кого-то это может быть ваш супруг, для кого-то важный человек из внешнего мира, для кого-то официальное лицо. Может быть, от мужского лица и исходят вот эти дополнительные возможности. Если говорить о мужчинах-водолеях, то по этой карте вы проявляете свой ум, умение организовывать любые процессы. И я вижу, что по этим картам вы всегда стремитесь к лидерству, и вы способны управлять другими людьми. У вас это получается. Для кого-то из мужчин эти карты могут предполагать продвижение в работе, когда вы получаете более высокий статус или, по крайней мере, сможете свои доходы улучшить.
Чем для вас закончится именно эта неделя? На завершение этого периода выпала карта Пажа Пентаклей. Эта карта говорит о том, что многие из вас и в выходные готовы будут поработать. Даже если вы дома, это огромная активность, вы все время что-то делаете, вы стремитесь к порядку. Но, в общем-то, вы на позитиве, вы верите в себя, и многие из вас результатами этой недели все-таки будете довольны. Вы последовательно, планомерно идете к тому, что для вас важно. И давайте возьмем карту основного совета для женщин и для мужчин. И это карта пятерки мечей. Вот эта карта как раз и говорит о том, что у вас есть враги. Возможно, вы кого-то слишком близко допустили в свое приватное пространство. Кто-то слишком много знает о ваших делах, о вашей подноготной или о вашей личной жизни. И это не есть хорошо. Эта карта может показывать любые интриги, закулисные игры за вашей спиной, желание кого-то вас в чем-то подставить. Карта может предполагать любое воровство. По этой карте вам могут завидовать и считать, что вы имеете больше, чем кто-то. И по этой карте у вас пытаются что-то отнять не совсем честными методами. Поэтому, так как эта карта выпала на совет, она говорит о том, что проявляйте осторожность. Будьте бдительны и внимательны. Возможно, ваш враг сам себя спровоцирует, и вы поймете, откуда исходит вот этот негатив. И давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта десятки мечей. Она показывает болезнь, застой и дает ответ «нет». Но если кто-то задавал вопрос, связанный с тем, будет ли локдаун, то эта карта как раз об этом, когда все останавливается из-за болезни. Также эта карта может говорить о том, что из-за того, что вы сами, может, будете испытывать недомогание или начинаете болеть, на тот момент, когда для вас важно что-то решить, происходит торможение. Давайте возьмем все-таки еще три дополнительных карты и спросим, что вам нужно знать. Информация и для мужчин, и для женщин. Карта сов, карта лабиринта и карта женщины. Для кого-то из вас эти карты могут предполагать то, что вы находитесь в состоянии треугольников. Многие из вас запутались в личной жизни, но есть и сложные отношения в деловой среде. Из-за личного очень много сомнений, очень много переживаний. Карты могут предполагать то, что кто-то имеет дело с несвободным человеком. Если говорить о женщинах, то все-таки на вопросы по поводу вашей личной жизни вы способны ответить сами. Если говорить о мужчинах, то вы также могли запутаться между женщинами, или карты предполагают то, что у вас есть проблемы из-за определенной женской особы и, возможно, не одной. Уважаемые водолеи, таким для вас был расклад на этот период. Пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация для вас важна и полезна. Подписывайтесь, все те, кто еще не подписан. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. А я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем до свидания.